Всем привет! Мы вышли на улицу погулять. Максим нашел самые длинные классики. Вон они аж оттуда идут. Мы гуляем, сегодня погода классная. 23 градуса было, когда мы выходили из дома. Максим вообще вон в одной футболке ходит. Я вам кофту его таскаю. Мы прошли большой кружок, где-то на полчаса. Вот. Поэтому мы сейчас пойдем домой. Макс еще хочет, ну, немножко еще погуляем. Пойдем домой. Дома тоже дел еще много, нужно кучу вещей перегладить мне. В общем, как обычно, домашние дела. Мы пришли домой. Сейчас Максим переодевается. Наверное, Максим сейчас пойдет купаться, да, Максим? А я буду гладить белье. У нас очень много белья. Надо перегладить. Несколько стирок было. Вот. Поэтому я сейчас буду гладить белье. А Макс пойдет. Макс пойдет купаться. Я уже погладила белье. Мы сейчас садимся кушать. Максим там булькает. Трубочкой молоко пьет. Я тут нечаянно чайник закипятил, там было воды очень мало. И тебе теперь никак чай не налить. Я не буду чай, я окрошку буду. Сейчас остынет маленько. Я буду окрошку с этим, с квасом. Ого! Ты что тут напенил? Ты что делал? Специально я ему, чтобы не видеть, сколько молока. Боня у нас тоже поела. В общем, у нас сегодня все кушают разное. У Максима макарошки с молоком. С мяском еще там. Да, с мяском. У Коли гречка с мяском. У меня окрошка с квасом. У Бони тоже сегодня вкуснятина. Сегодня мы ей дали. Лосось там с чем-то. Ну, в общем, желешка. В общем, мы будем кушать. Всем, кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Ставьте лайк и нажмите колокольчик. Ты прожуй сначала, потом говори. У нас тут ливень пошел. Все разбегаются кто куда, ну. Мы только вот кушать сели, слышим. Все вон уходят. Все заорали что-то. А у нас тут такая туча висит. Сейчас она пройдет уже. Сейчас ливень, когда такой сильный начинается, быстро проходит. Нет, смотри, там проходит. Дальше видишь, какое небо. Будет только мелкий дождь моросить. Да, он сейчас так и будет крапать потихонечку. Под крышу мы спрятались. Ну, кто куда побежал. В общем, мы как бы... Максим тут стоит на мойке. На Бониной мойке. Ну, Боня залазила сюда в окно, хотела поглядеть, и лапой прям в свою эту миску с водой залезла. Мы вообще-то как бы кушаем. У нас закончился дождь. Стало как-то... Смотри на Макса. Стало как-то повеселее, посветлее. Чего облизывается ребенок? Может, так хотел, чтобы ты это увидела. В общем-то, мы собрались немножко прокатиться на машине. Это как-то скучновато дома сидеть. Я буду за рулем. Да, дождь у нас уже закончился. И стало намного светлее стало. Прям туча такая черная была, как будто у нас ночь наступила. Ну, быстро прошел. Мы ехали. Ехали и приехали на площадку. Тут вот колеса разные. В общем, у нас Максим немножко прокатится. Да? Давай, заводи, кого выстукнулся. Давай, так. А свет включать? Ну, ты еще не завел машину, давай, надо маленько еще прокрутить и отпустить. О, молодец. Теперь я ему не помогал. Теперь включай свет. Еще. Вот. Так, дверники работают. Теперь переключай коробку на D вот сюда вот. О, молодец. Все, теперь. Рули. А, ручник Максим не отпустил еще. Давай, ручник отпускай, на кнопочку нажимай. Вот, отпускай ручник. Все, молодец.
Все, мы едем. Все, ты сам теперь руль. Только главное, колеса не на руле. Да, вот здесь вот слева колеса стоят. Там мой красный какой. Ты прямо езжай, и там повернешь налево. Ага. Серьезно такой. Ну, он целый день сегодня просился. Коля ему просто давал один раз проехаться. Буквально вот недавно. И поэтому теперь он просится. Дай поворачивать хочу. Все, налево поворачивай. За колесом. Можешь перед колесом. Ну, только посильнее тогда. Вот. Все, еще поворачивай. Давай, я тебя держу, давай. О, молодец. Он такой деловой, жвачку еще жует. Будущий водитель. Чапка. Ну, вообще. Сильно, Максим, поворачиваешь. Сам, видишь, сам рулит. Ему-то интереснее самому порулить. Ну, понятно, конечно. Давайте повыше как-нибудь посажу сейчас. Надо было подушечку дома взять. Ну, да. Что-то мы не подумали. Там ямочка была маленькая, да. Все, давай, давай, едь. Сейчас прямо. Ого. Мне кажется, как будто он газует. Не, он до педали еще не дает. Так, там этот конус стоит. Да, давай, поворачивай сюда еще, а то там яма. Останемся здесь. Все, видишь, учится. Как научится, потом 18 лет будет гонять. Да, Максим? Ага, 18, мне кажется, раньше. Поворачивать? Не, ну можешь уже с 18. Можешь здесь поворачивать. Можешь здесь, можешь дальше поворачивать, как хочешь. Главное, на колеса не наезжай. Такая площадка специальная, я так понимаю, для того, чтобы тренироваться. Конечно. Мы приехали сюда, ну, специально попозже, чтобы здесь никого не было, чтобы Максим мог маленько здесь покататься. Как там близко? Ты вперед смотри, вперед. Как там мы поехали, да? Ну. Мам, да ты мне светишь у нас в глаза. Все, все, не мешай. Там где конус этот, посмотри. Он далеко. Он далеко, а то я не вижу. Все, вот тут прямо едь просто и все. Там головой, да, такой сидит. Ну, смотри, как жвачку чавкает. Давай теперь быстро проедемся. Ой! Так, тихо. Ой, могу, как на опасно поедем. Поближе специально, да, ездишь? Чтобы я потом машину мыл, да? Да нет. Она сама попалась под... Ты не надо сильно, пусть потихонечку. Ну, потихонечку. Не успеваешь, видишь, зарулить. Ну, так вот, я поэтому говорю, что ты сильно разгоняешься, он не успевает рулить. Обратно, Максим. Видишь, он все равно... Ну, молодец. Я так вижу... Он целый день сегодня этого ждал, момента. И вот, наконец, дождался. А мы думали, что мы уже не поедем, потому что дождь пошел сильный. Ну, я да. Думал, что мы не поедем, а дождь закончился. Надо дворники, кстати, выключить. И что они играют, да? Играют. Эти дворники. Ну, в общем, будем мы вот так вот тут кататься, кататься. Покатаемся минут 5-10. Да, немножечко. Я сейчас подъеду к этому. Да, поедем домой, потому что уже Максу пора скоро будет спать ложиться. А у него столько эмоций, поэтому надо... Ну, он еще часа два не уснет, я думаю. Так, конус я вижу. Я ему вчера, потому что когда дал маленько прокатиться, что мне вчера в голову такая идея пришла. Вот, и он это... А он потом говорит, а ты что мне раньше так не давал за рулем, да, посидеть? Теперь, он теперь все, короче, он теперь весь здесь, он вообще не хочет. Он теперь, вот сегодня целый день сидел и говорил, что когда поедем, когда поедем, когда поедем, когда поедем. И вот мы наконец-то поехали. Ну, молодец у него получается. Ты доволен, рулить? Максим? Да. Ну, вчера я у него вчера спрашивал, тебе что больше всего понравилось? Он же бабу все любит, бабе ездить. Он, мне кажется, каждый день бы там, мне жил бы, наверное, там. Вот, он говорит, я говорю, что больше всего понравилось? Ходить в магазин он любит, к бабе ездить любит. Он посмотри, где или на машине прокатиться. Поворачивай. Поворачивай. Поворачивай.
Вот. Или на машине прокатиться. Он говорит, на машине больше всего понравилось кататься. Даже чем к бабе ездить, чем в магазин ходить. Да и как. Ну, а мы же ему там еще и купили всяких там вкусняшек. И все равно ему на машине больше нравится. Да, потому что на машине да интереснее. Давай, поедем. Сейчас он начнет, мне кажется, козить тут. Ну, уже начал. Уже все, освоился. Да-да-да, он поначалу, я заметил, он поначалу, знаешь, так аккуратненько, так осторожненько. Сейчас уже все, я смотрю, освоился, ну. Все, он уже крутой чувак у нас. Ну, он уже понял, куда ехать, где поворачивать. Ну, Катя! Ты смотри, вот он как резко поворачивать начинает. Не повернет резко, но я же педалями регулирую, я педали ход, так что нормально все. Все под контролем, да? Тем более, тут все равно никого нет. Все под контролем, говорит. Да, у меня тут все под контролем. Тем более, мы на пустой площадке, поэтому... Котик, ты видел? Да, еще у папы у нас это котик. Ну, он меня постоянно так называет. Но... Я уже как-то и привык. Ты меня папа называй, мы смеешь папа. Так. Распаем кольцо. Дим, я всегда не увидела это дерево. Ничего себе. Очень классно, что мы с фарами едем. А что, без фар бы ты не увидел, да? Но... Сколько? Давай маленько покажу, как мы едем, по какой траектории. Если что-то видно. Ну, немножко все равно видно. Здесь вот дерево такое большое слева стоит. Радости-то сколько? Ну, и вот получается, мы проехали круг. Большая площадка. Я ее проезжаю. Да. Сколько кругов уже проехал? Ну, я думаю, еще пару кружочков проедем и домой поедем. Нет. Не помой. А сколько? Больше. До утра будем кататься. Да. Я так и поняла. Да. Теперь мы отсюда не уедем. Опа-на. Да, котик? Котики нам попались тут. Да? Да, да. Такой деловой вообще. О! Котик, ты напугался? Да нет, ничего страшного. Котик, ты видел? Ты вперед смотри, когда ты едешь-то. Да что? Знаю. Ничего не успеваешь? Рулить, что ли? Да. Ну ты даешь. В общем, мы ездим уже полчаса. Максим все никак не хочет домой ехать. Да, мне кажется, мы тут до утра прилипли. Максиму уже спать пора. А у него теперь представляешь, сколько эмоций, и мне кажется, он... До утра теперь спать не будет. Да, а завтра, знаешь, что он нам скажет завтра? Поехали еще. Поехали, да. Поехали кататься. Сюда же. Сюда же? Ну. Ну, я так и думал. Опа! Он так руль крутит, как будто на КамАЗе, короче. Как будто и гидрач не работает. Че, Максим, может домой поедем? Ты уже сколько, минут 40, наверное, тут круги мотаешь. Причем мы ездим по одной и той же траектории. Ну да. Мы пару кругов проехали в другую сторону, да? И он маленько как... Он сейчас здесь уже, видишь, он уже едет, так сказать, по накатанной. И он уже, ну, понял, где, что, как. Он уже подрасслабился немножко. Да-да-да. А когда я ему сказал, ну, что давай в другую сторону поедем, вот, он маленько растерялся. Да, Максим? Да.
Или когда маленько газу поддаешь, он это начинает светиться. Ну, потому что для него это неожиданно. Не он же газ нажимает, а ты. Не, ну понятно. Он как бы, конечно, ты сначала едешь медленно-медленно, потом бах, газу дашь. Конечно, ему это страшновато, да, Максим? Ну. Давай в другую сторону попробуем. А чё? Ну просто, давай. Давай. Ну, вот через это колесо и направо. Вот так вот сюда. Теперь давай направо. Мы здесь направо заворачиваем. На улице ничего не видно, темно. Во. Все. Ну, успел. Реагировать. Среагировать успел? Ну. Ну, не говори. Я еще так чуть-чуть он. Там, где конус. Ты уже как давно проехал. Маленько я заметил дерево. Я всегда вот тут проезжаю. В другую сторону уже ему как бы это. Да, ему непривычно как бы ехать. Так, ну, едем ноль, ты же сам говоришь. Видишь, мы едем ноль. Прямо смотри. Максим, ты едешь в кусты. Ну, сейчас им вверх заденет кусты. Машину можно поцарапать веткой. Не надо просто, чтобы машину задевали ветки, но... Ну. Я же не езжу по веткам. Максим катался 40 минут и решил, что нужно ехать домой, потому что он хочет пить. Да, я вот понял, что у меня нога вообще не шевелится, она затекла. И я, короче, прям вообще хорошо, что я, ну, на педали нажимаю, а не этой ногой. Ну, долго он катался вообще прям. Вообще, ну, молодец, у него хорошо получается рулить. Ну, да. Ты прям молодец, да, Максим? Ну. Ты, получается, эксперт, да, в этом деле? А что ты еще один круг едешь? Ну, я на выезд поехал, там просто нельзя выезжать. Мы, в общем, поехали уже домой. Да, Максим? Ты, тебе понравилось кататься? Накатался? Мы приехали домой, все так стоят и смотрят дружно на стол. Нет, я смотрю на Боню, потому что она... кричит, сидит, ну, типа, вы что, типа, ну, мне-то ничего не взяли, я что-то не поняла. То есть, она, ну, знаешь, прям вот так вот кричит. Она так лежит, типа, интересно. Ну, типа, да, вот так, что, типа, вы что, где мы? Давай, в общем, покажем. Мы заехали в Ленту. Закупи. Взяли тут Максиму дрожже. Я себе скраб взяла для лица вот такой. Не знаю, первый раз взяла. Тик-таки Максим так любит, их капец. Да, ну и тут чокопай, круассанчики. Чайки только взяли, ну. Взяли такие новые тарелочки. Четыре штучки. Я ломлюсь просто. И одну такую под блинчики, да? Угу. Нежданно, негаданно, мы решили заехать в Ленту. Ну, заехали просто домой, когда ехали. Нет, эти тарелки мы, конечно, не собирались покупать, просто... Просто нам они понравились, а они были дешевенькие. Ну, они по акции были, поэтому мы решили их взять. Вот таких вот тарелочек у нас всего две. Ну вот плоских именно. Поэтому мы их решили взять. Ну такие серенькие, прикольные. Надо было глубокие тоже купить. Не было же глубокие. Нет, там были глубокие, серые тоже. Можно было, ну, обновить этот. Они большие серые. Ну, ладно. В общем, ладно, будем мы сейчас тут все это убирать со стола. Да, будем сейчас чай с круассанчиками пить. Мы уже будем ложиться спать. Максима только надо как-то уложить. Ну, он теперь играет, сидит, поиграет, смотрит на компьютере мультики. Не хочет спать, ложиться. Он, видимо, перевозбудился от того, что катался за рулем. Теперь его тяжело будет уложить, я думаю. Ну, сейчас будем как-то укладывать. Потому что до утра тоже сидеть не вариант.
Сейчас минут 5 еще посмотрит мультики, да будем его укладывать спать. Я думаю, он сейчас ляжет, быстро уснет, потому что он устал за весь день. Будем мы сегодняшнее видео уже заканчивать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Всем пока!